у Михаила Шатца возникли трудности после получения статуса иноагента, пишет Passion.ru. Об этом он рассказал на YouTube-канале своей дочери Сони Шатц. Телеведущий признался, что этот статус его явно не радует, так как он дискриминирует и унижает достоинство. «Это отвратительная дискриминационная вещь. То есть я становлюсь гражданином, пораженным в правах непонятно за что. Мое достоинство это унижает», — заявил Шатц. Он также упомянул законы, которые устанавливают ряд запретов. К примеру, иноагентам нельзя рекламировать в соцсетях российские компании и участвовать в выборах в качестве кандидатов. «Все эти ограничения его выводят из себя», — сказал телеведущий. «Само по себе ощущение того, что тебе запрещают это делать, безосновательно», — заявил он.